Итак, ребятки, всем привет! Снова с вами Ассорти про еду Life. И я выхожу из отеля Майлом, Турция. Вот. Что я хочу вам сегодня показать? Показать в этом видео, где здесь рядом можно обменять деньги, снять их с карты. И хотим купить сим-карту, потому что завтра мы берем автомобиль, вернее, послезавтра он приедет к нам. Вот, я уже заранее его заказал. И сейчас я вам покажу здесь на месте банкоматик. Вот, видите, он там вот впереди, Акбанк. Есть сразу вот этот вот, Turki Finans. Но в нем нету русского языка, английского, если вы понимаете по-турецки, нет проблем. Вот сразу же отель, вот сразу же есть банкомат, но вы с него снять не снимете. И здесь есть Акбанк. Вот, есть магазин Outlet, конечно, с высокими ценами. Внизу базарчик. Там есть продуктовый небольшой магазин, экскурсии. Там же есть... В этом же самом магазине есть аптека. Ну, короче, кое-что здесь прикупить вы можете, сразу же выходя, видите, из этой самой, из машин. Вон, можно снять на прокат электрический мопедик. И вот этот вот, друзья, Акбанк. В нем реально мы снимали деньги вчера, все проверено, вставляете карту и показывает вам русский язык. Сразу не пишется, что звук изменить, но по тому, когда вы вставляете карту, сразу появляется выбор языка, русский выбираете. Что по процентам, то с Revolut карты, не знаю, как с другими, мы только вот это вот именно пробовали, с Revolut карты с 200 лир берут 13 лир налог на снятие. Ну, как бы, я думаю, это совсем небольшой, поэтому, ну, это не такая огромная сумма. Вот, поэтому снять денежки вы здесь сможете. Ну, вот мы выходим на главную дорогу и пойдем примерно около 900 метров до магазина, где сможем купить карту. Посмотрим там цены. Вот, потому что одна карта нам нужна для того, чтобы все-таки у нас работала карта, работал GPS, работала навигация. Ну, короче, быть на связи. Что еще? Интернет в отеле отличный. И на пляже, и возле бассейнов. Берет везде, проблем нет вообще никаких. Поэтому вы не обязательно вам нужна карта, если вы не собираетесь выходить из отеля. Вот рядышком есть все, что душа пожелает. Нам налево, нам нужно на пешеходный переход, или как-то нам нужно пройти на другую. Да, нам вообще по дороге туда вверх. Туда? Нам вообще по дороге вот туда вверх, вот туда нам нужно. Но нам нужно вначале перейти ее на ту сторону. Как это сделать, я не знаю. Потому что вот здесь вот есть светофор, и вон там, вон, по-моему, есть вот дальше, есть пешеход. Но мне только, наверное, так кажется. Вот здесь точно есть. Здесь, там... А, и там есть, да. И там есть. Ну, короче. Зеленый. Ну и пошли. Пальмы. Вечерок уже. Сколько у нас? Сколько у нас-то? Пять часиков. Ну вот. Теплички. В теплицах у нас бананы растут. Вот такие вот пальмы. Очень классно погулять по улице. А вообще еще лучше, конечно, покататься в горы. Ну вот, ребятки, по дороге нормальная дорожка,
нормальный тротуар. Кактусы он съедобных нету, весь все ободрали, все-все съели. Вот, довольно-таки близко посмотреть, полюбоваться природой. Пальмы. Прикольно. Вот красиво все цветет. В принципе, 900 метров совсем немного. Дорога нормальная, поэтому прогуляться совсем не сложно. И дойдете, в принципе, очень быстро. Поэтому... Вот. Здесь есть у нас Мигрос. Но раз без N, это маленький. Сейчас заглянуть мы заглянем, посмотрим, какого он размера. Вон продажа, аренда квартир, аренда автомобилей. Ну вот такой вот здесь базар. Но прогуляться, прогуляться тоже есть Акбанк. Тоже можно денежку снять с карты. Здрасте. Вот. Так что приходите, прогуляйтесь. Не сидите в отеле, а прогуливайтесь. Привет. Привет. Вот. Смотрите, всего есть. Короче, погулять очень будет. Как тебя YouTube найти? Ассорти про еду лайв. Про еду лайв. Вот. И вот у нас такой вот базар. Но он совсем не маленький, я вам скажу. Большой. На месте у нас вот тут сразу. Сумочки. Ремонт. Вещей много. Огромные-огромные пролеты. Смотрите, сколько всего, сколько здесь всего классного. Народу совсем мало, никого нету. Одни продавцы, бедные, бедные, бедные люди. Сколько всего. Привет, привет. Привет, духи есть, духи. Да, люди, заходите, заходите в гости к ним. Все приглашают, очень люди приветливые. Yes, please. Заходите, вот. Ребят, пожалуйста. Нас продажа у нас. Вот. Польский склеп, 50% знижки. Не знаю, ребят, чтобы заходить. Аптека вот есть. Я думаю, если вы как раз рядом... Отлично, спасибо. Литва. Литва. Ну вот, туристические. Короче, в принципе, отель находится в очень классном месте, потому что в пешей доступности. Вот, вы можете прогуляться именно вот по такому базарчику. Он совсем не маленький. В прошлом году я сюда собирался заехать, но как-то у нас не получалось. Вот. В принципе, есть и стоянка. Стоянка для машин, тоже можно остановиться. Вот есть, есть место для машины. Найдете все, 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 все. Базарчик огромный. Знаете, сюда мне надо приходить, если вдруг я еще здесь буду и вы увидите это видео, напишите в комментариях, что вас интересуют какие-то цены. Я обязательно постараюсь подъехать сюда и кое-что посмотреть, какие будут цены. Ну вот мы дошли до магазинчика именно с сим-картами. Вот, пойдем посмотрим, почем, какие у нас цены. В принципе, всю дорогу я вам показал, как до него дойти. Проблем, конечно, совсем не будет. Как
и дойдете. Здравствуйте. Вот такой вот. Ну что, будем разговаривать насчет сим-карт. И вы увидите, знаете, какие цены, какие расценки. Сейчас вам постараюсь все объяснят и расскажут, постараюсь все показать. 350 лир за 20 гигов. Это у нас что, Vodafone или... Турктелеком это. А, Турктелеком. Да. Ага. А какие еще расценки, можете рассказать? 17 евро. 17 евро примерно, вот 300. За 20 гигов. Это 300. А, 350 лир? Да. 350 лир. А, 19. 19. Это почти 20 евро, да, получается. Ну, дешевле, чем в аэропорту уже. В аэропорту был евро 10 где-то за 7. Вот. У вас 4,5... Лира. Так, 20 гигабайт. Да. Цена. 350 турецких лир. 20 гигабайт интернет. Угу. А если 50 гигабайт? 50 нет. Только Турктелеком 40 угу. гигабайт есть. Ага. 450 лир. Понятно. Так 40 выгоднее? Да. Да, 40 выгоднее. А Vodafone те же самые цены? Да, одинаково. Угу. А... Vodafone Turkcell 20 гигабайт есть. А. А 20 гигабайт Vodafone тоже 350 лир. 350 лир. А если Турктелеком, то тоже самое. 40 гигабайт, 450. Угу. Турктелеком 40 гигабайт. Да, да. 450. 20 есть, 40 есть, да. Ага. Угу. И еще интересует, пополнять можно будет эту карту, к вам прийти и пополнить, но если не закончились... Да, потом экстра пополнить, да. Пополнение будут дешевле уже стоить. Минимум 5 гигабайт есть, да. 60-65 лир, угу. Максимум 30 гигабайт есть, 130-140 лир. Понятно. Да. Большое спасибо. Спасибо. Ну вот как бы все понятно, сколько и какие расценки действуют на данный сейчас момент, потому что цены, конечно, постоянно меняются, и не обязательно эти цены будут через какое-то время, когда вы сюда приедете. Поэтому лирами... А если доллары люди имеют, евро? Лира, доллар, евро. Но все можно. Все можно и картой заплатить, да, у вас? Да. Ясно. Ну вот как-то так. Спасибо. Итак, вот зайдем в аптеку, чтобы купить ребенку пантенол, а то вдруг он у нас обгорел немножко. Вот, посмотрим, сколько здесь он стоит. Вот мы же его видим. Добрый день. Сколько он стоит? Посмотрю. Доллар? Лира. 75 лир. 75 лир. Я заплачу. Мне картой? Конечно. А, ну давай картой. Карта МИР? Не. Европа. А карту МИР у вас принимают? У нас есть другой терминал. А, ясно. Ну вот, так что если вдруг у кого-то есть карта МИР, то в принципе в этой аптеке у вас вы сможете заплатить именно картой МИР. Ну вот здесь у нас рядом магазинчик. О, у вас красивая камера. Как? Камера красивая. Да. Какой это? Куда ты? Меня не снимайте только. Сегодня не снимайте. Нельзя вас снимать? Можно, можно. Да я шучу. Такую красоту можно, конечно, снимать. Ну давайте расскажем людям немножко, подписчикам, сколько. Сколько что у вас стоит? Сколько у вас стоит такая вот кружка? $5 стоит. $5. Да, за сколько? О, видите. Ну вот такие внизу. Эти наборы по 8. А да, две кружки. Да, две кружки. Еще чашки тоже ага. есть. Вот, вот эти вот красота медная. Эти. Да. Это удобно даже. Да. Тоже интересно, да.
Да, шикарный турецкий сувенир, смотрите. Такое привезти, ух. А вот такие мне интересуют, вот эти вот, сколько стоят такие? Это медь? Да, я вижу, что медные, да. Они стоят набор... Это можно... покрытие медное сверху, да? Нет, это чистый медь. Полностью медь, да? Полностью медь, конечно. Ну, за скидки можно максимум за 35, где-то 30. Нет, вы просто мне сейчас скажите, люди потом, если приедут, я-то, ну, я просто хочу для канала. Я для канала снимаю, чтобы люди знали, вот, зайти к вам, и вот какие у вас цены просто, примерно. А вы себя не хотите? Нет, я просто вот для людей именно снимаю, чтобы, как бы, люди пришли, вот... Вот сладости не хотите себе возьмите? У нас просто уже есть всего этого много. Сувениры есть, сладости, посмотрите. Да, сколько у вас стоит Принглс? $3. $3, ну вот. Так что можете подойти и купить. Ну, угощай, попробуй вино гранатовое. Вино гранатовое есть. Ага. Видите, вина. Вот смотрите. Вот, вины есть. Смотрите, да, в принципе, большой выбор. Здорово. Добрый день. Вот снимай его тоже. Он наш красавчик. Он мой да я уже снял, я же вижу. Да. В такой национальный... Да. Как эта шапка называется? Литва. Литва. Все это Латвия. Там камера стоит. Да. Да? Да. Вся Латвия, привет. Привет, да. Как это называется у вас национально? Это турецкий? Да. Это феска. А, феска. Да, супер. Понятно. Русский это тюбетейк, правильно? Да, да, по-русски тюбетейк. Да. Вот, покажи именно вот натуральное вот это вино. Да, видите? Чтобы внутри без химии, без краски и без сахара, вот так. Чистый гранат. У нас там 4 разных фирмы есть там. И есть теперь порошок чуть хороший, самый лучший товар. Еще... Я, ребятки, попробую, все вам расскажу обязательно по вкусу. Да, обязательно. Вот шелковица, нормально это для экскурсии там вино. А там все процент работаешь примерно, слишком дороже цена. Мы здесь там зарплат работаем и минимальная цена, я говорю сейчас. Так, и дыня самая хорошая, вот, без добавок. Сейчас я вам угостим. А все будут пить? Да нет, наверное. Только одна? Вот это да! Кто там порошок в отеле полностью пьешь, а где натуральный, никто не хочет попробовать. Я не знаю почему. Что такое? Что? Нет, ну, друг, пожалуйста. Вот она. Томас, ну попробуй. Она сейчас может быть системой, но надо попробовать. Да. Я вино вообще. Друг, туру хотите угостить, то... никогда нет, не говорит, это неприятно, потому что. Ну извините, я вино, потому что мне плохо. Тогда стакан возьми, будешь. Я воды на. Говорит там, давай, быстро, дай мне тоже. Смотри, вообще добавить нету, без сахара, хорошо? Как необычный гранат, он натуральный прям гранат. Вот мы налеем тебе даже. Пахнет шикарно. Ну, реально бомба. Друг. Я вот, уходи. Вот, ты все равно не хочешь, не осталось. Я вино не пью. Не уговариваем. Вот в Турции, например, самый популярный вино вот это, я тебе честно говорю. Вообще бомба. Ну это для кому, конечно, близкие друзья, вот мама, папа, сестра. Хотите вот чистое вино пить? Мне вкусно. Вот, да, и сахар вообще много внутри. 100% стоит шелковица, это я у него и пахнет, и вкус тоже обожаю, реально. А сколько такая бутылка стоит? Нормально, если экскурсии свои друзья, может быть, были, там каждая бутылка 25-20, вот такой цена. А там процент работы все человек, каждый тратит вес. Мы здесь зарплат, каждая бутылка у нас 10. Дальше вот обычно в маркете посмотрят 19 бутылок каждый. А я здесь 10 даю. 10 так чего? Вот люди придут, если вот кто-то к вам, то по 10 долларов. Да, 10 долларов. Натурально вот такое вино можно купить здесь. Это что мы будем сейчас это спрашивать? Это вот шелковица. Шелковица. Да. Как вы говорите, я не знаю, там питомник или. Шелковица, я помню, что это. Она у нас и есть. Она у нас и есть шелковица. Да, есть клиент, знает, есть клиент, мне говорю, что это такое. Все подумают, это инжевик. Инжевик это что-то другое. Да. Это тоже более терпкое. С гранатом лучше. Да. Но это как кому нравится. Если кто-то любит более что-то такой терпкий вкус, то... 100% дыни. Шелковица обалденная. Миллионов, да? По-литовски, да, миллионов. Саша, понюхай, друг. Интересный запах такой. Дыни не ну наливай уже. Да, уже все уже. Уже наливай. Первая она не пьет, а я с Гинтера Сантон. С
искали, а что у тебя? 8 градусов. Да, да, друг, у него 10 тоже бывает, а так. Ну, налей его, он тоже будет. Ну, вот, чуть-чуть. Ну, гранат. Немножко, чуть-чуть. Ну, все, все, все. Большой трет. Ну, да, друг, короче, вот так. В этом году вообще там... Ну, оно самое такое легкое, если честно. И нету там прикуса. Но нету никакого послевкусия такого плохого. Ну, тяжелого. Так что, ставим точку, проверено. Заходите, покупайте. Сами красавчик Али-Баба. Дешевле. Захотите Али-Баба, Али-Заба, подсуду и тебе. Как? Ну, сколько получается это у нас в лирах? Сейчас я вам скажу. Получается... 30. Если 35 берем, 35, например. 35 евро. 615, 615 лир. 615 лир. Ага. Угу. А это какие у нас получаются машинки? Это вот беленькая машинка. Это Фиат, да? Фиат, да. Угу. Это серенькая машинка у нас 30 евро. Нет, это не в аренду. Так вот этот Форд тоже в аренде или нет? Нет, это только две машины. А, вот эти две у вас, вот где этикетки стоят. И они по 30 или по 35? Это 30, это 35. А, это 30, это 35. А если люди берут на неделю и больше? Договоримся. Ага, будет дешевле немножко. Какие машины еще есть, смотрите. А, ага. Это сейчас уехали, да, вообще есть? Здесь просто парковка. А, парковки мало. Не поставишь. Угу. Поэтому они у нас в другом месте. Все, все ясно. Хорошо еще. А какая у вас страховка? 500 платит клиент? Нет, вы всю сумму оплачиваете, машина полностью застрахована. А, полностью застрахована, да? Есть, если вдруг, там, например, там человек царапнул там или еще что-то, да, то это полностью покрывает страховка. Клиент, если нету франшизы. Если что-то случилось на дороге, да, вы просматриваете, прежде чем взять машину, да, вы просматриваете, да, чтобы все ли с ней в порядке. Если что-то случилось на дороге, вы оставляете машину так просто, не двигаясь, чтобы она не двигалась. Uh-huh. Наша страховка приедет и все. И все, да, все опишет и все сделает. Ну, понятно. Так что 30 долларов, 30 долларов в сутки. 30 долларов, 35, вообще 30 евро, 35, да, евро. Мы сделаем 30 долларов, 35 долларов. Ну, понятно. Ну, мы для себя подумаем, а для людей просто, для канала вот... Здесь же на месте, где вот мы вышли из отеля, рядышком, 900 метров, в принципе, от нас. Вот можете снять машинки, и надо куда-то съездить. В принципе, 30 долларов. Ну, топливо немножко подорожало, но зато огромный плюс все-таки – это страховка. Когда полная, нету франшизы, все-таки в некоторых местах это 500 долларов, а здесь, видите, говорят по-русски, договоритесь, все удобно, конечно, все отлично. Всегда можно. Автомат машины от 50 долларов. От 50 долларов, ясно. Все, большое. Также, если на несколько дней будете брать, тоже сделаем. Тоже будет дешевле. Еще есть у нас экскурсии. И экскурсии здесь, да, на месте. Экскурсии здесь на месте. Большое спасибо. Вам спасибо. Всего хорошего. Ну вот как-то так вот, ребята. Ну вот, ребятки, здесь на месте есть этот маленький Мигрос, о котором я говорил, пока мы подходили. В принципе, как рядом с отелем, если никуда не ездить и прикупиться каких-то подарков, что-то по фиксированную цену, в принципе, довольно неплохо. Ну, такой средненький, небольшой, но он, наверное, там еще даже такой глубокий. В принципе, все есть, и товаров совсем немало. Ну, как и в каждом вот Мигросе. Вот эти вкусные были, вот такие упаковки? Зачем? Вот это только белые. Она хотела белые. Зачем? Это были хорошие или вкусные? Это я просил. Нет, они без вкуса. Давайте достанем вот так вот помощника, включим вот так вот и введем 57. Вот и видим цены в евро 3.24. Нет, немножко подорожал, что-то 2.70 стоило, что-то такое в евро было. И цены. В принципе, очень удобный конвертер. Всегда сразу посчитаете. Ну вот, маслица, кола. Ух ты, он еще в два этажа.
Ну-ка, давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим. Что у нас здесь еще на втором этаже есть? Ух ты, я забрался. Что не сделаешь ради людей, которые смотрят наш канал? Так что, ребятки, на лайк, я думаю, находил по ступенькам. Не знаю, пробегать или вам цены какие-то показывать на масло, потому что, в принципе, это все всегда есть акция. Но вижу сразу, что масло реально, реально подорожало совсем немало, потому что, ну, чуть-чуть других фирм, но похоже, вот бутылки вот стоили тоже вот по 90. Но тоже вот вижу, вот оливковое масло вот 92. Это не совсем недорого. Ну вот от таракашек, от мурашек. Да, повесить, помыться, надушиться. Все-все есть. Машинки, бритвы. Да, даже вот. Тапочки. Вот у нас цена. Такие вот коралки. Коралки такие пострелять. Вот так вот. Бегаю. Бегаю быстро, потому что, ребята, скоро на ужин. Вот. Чемоданчики вот 800. Ну, такой качественный. Пластмассовый он такой. Но, в принципе, купить можно, поплавать. Угу. Так, если кому-то вдруг понадобится вот маска. Маски, вот смотрите, более такие крутые. С поплавками 279. Детские по 100 лир. Так, матрасики вот есть. 99. Бассейны 150, побольше матрасов по 200 лир. Просто очки для плавания по 30 лир. Уж очень какие-то дешевые. Ну, в принципе, дешевые не значит плохие, правильно? Дешевые не значит плохие. Все, я спускаюсь, бегу к вам. Ой. Так, ну что, оливочек накупить вон. 7,50, пожалуйста, 200 грамм пачечка. Наверное, все. Второй цены нету, наверное, все они примерно в такую цену. Гранатовый чай. Чистый граната. Цены нету. Очень жаль. Медик. Вот такие вот цены. Угу. Ну, снигрысы, они с ценами все похожи друг на друга. Вот. Сейчас посмотрим, сколько стоит сырок мой вкусненький. Где он, Тулум? Пейнери. Так, вот он, Пейнери. 25. Каждый раз прихожу, смотрю на эти сыры и теряюсь в этих названиях. Я понимаю, что пейнери — это все сыр, но вот эти вот названия все остальные. Вот, возьмем карточку. Томас, Томас, на. Money.
На нее, по-моему, на этой мане ничего не капает там, да? Что-то, что-то она дает. Да. Да. 300. Вот такие вот цены. Здесь на алкоголь. На факи. Вина. Если что, кому-то на паузу нажмите. Я думаю, увидимся. Вот есть вина. Я могу определить только по рисункам. Есть рисунок граната, значит гранатовый. Есть дыня, значит дыня. Здесь ничего не понятно мне. Из чего это? Поэтому надо гуглить все эти названия. Ну вот как-то так. Вдруг вот проводочки, зарядочки нужны, что такое, ребятки, все. Приходим, пользуемся, покупаем. Ну вот, видите. Как-то так я вам показал про магазинчик. Теперь вы знаете, что рядышком с отелем есть. Вот, забежите и все себе купите. Ну что, ребят, подписочка, лайк, комментарий. Все как всегда. До новых встреч. Всего-всего самого лучшего. Мира, добра, счастья в каждый дом и всем. Приятного всем отдыха, хорошего загара, машину, квартиру там и все остальное. Пока.